про проектирование образовательного опыта немножко вдогонку к определению скажу, что в целом проектирование опыта уже знакомо людям, и мы встречаем это, когда проектируем интерфейсы и вообще продукты цифровые, в том числе и офлайновые продукты. И это понятие user experience, которое часто встречается уже и теперь и в образовательной среде. И с одной стороны, с другой стороны, педагогический дизайн, instructional design, проектирование самих вот материалов, да, каких-то вот формального образования, каких-то формальных сред. И, ну, это, в общем, и есть learning experience design, но на самом деле это такая очень упрощенная формула. Есть такая схема классная, которая мне очень нравится, из сайта lxd.org, про то, что на самом деле внутри этого проектирования образовательного опыта может быть, и какие науки здесь включены, и это и когнитивная наука, и педагогический дизайн, и гейм-дизайн, и тренинги, и все что угодно прочее. То есть это такое очень комплексное понятие, и в том числе и такой цифровой сорлет, о котором говорил Андрей, конечно, здесь тоже есть. И про, возвращаясь к вопросу про опыт обучения, хочется здесь, наверное, перелистнуть сразу про образовательную среду, сказать, что есть, когда мы обычно рассматриваем проектирование обучения, мы говорим про то, что мы создаем обучение. Обычно мы говорим так, когда мы создаем какие-то образовательные материалы или придумываем процесс обучения, или думаем, как преподаватель построит этот урок. То есть получается, что мы проектируем взаимодействие ученика и преподавателя или взаимодействие ученика и контента. Но это не все, и вот Андрей тоже про это говорил, что есть некоторые другие еще компоненты образовательной среды, про которые мы иногда забываем, а в частности это другие учащиеся. Это тоже некоторые компоненты образовательной среды, взаимодействие, с которым нужно проектировать, продумывать. А даже если нет никакой специально организованной такой механики, как, например, peer-to-peer проверки или какие-то групповая работа, все равно так или иначе взаимодействие может быть. А если его нет, надо подумать, нужно ли оно и, может быть, и правда его спроектировать. И есть очень хороший компонент образовательной среды, который часто мы совсем опускаем, это я сам. То есть проектирование как раз процесса обучения и проектирование процесса взаимодействия меня как ученика и меня как учащегося, да, наблюдателя. Вот. И здесь все, что связано с рефлексией, все, что связано с метапознанием и представлением о том, как же я учусь, а как же я, какая же стратегия обучения для меня больше подходит. И вот, в общем-то, это и есть образовательная среда. Ну и в целом это и для онлайна, и для офлайна одинаково. То есть если мы посмотрим, например, внешнюю среду или вообще какие-то платформы и среды такие вот физические, да, с которыми мы работаем. Это может быть система дистанционного обучения в онлайне, или это может быть учебный класс и пространство кабинета, вот, в котором мы учимся, не знаю, переставляем столы между собой или еще что-то делаем. Вот, то есть все эти компоненты важно проектировать и про них не забывать. Угу. Спасибо, Жень. Андрей, скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, вот если говорить про именно образовательную среду, образовательное пространство, то с точки зрения проектирования, да, вот что ключевое, да, на что вот первое, там, не знаю, топ-3 вещи, которые нужно учитывать при именно ее проектировании. Жень, вы можете убрать демонстрацию? Угу. Ну, я бы сначала все-таки отнесся к тому, что такое среда, потому что как-то надо же ее определить. Вот, я бы ее определил очень просто. Среда – это место возникновения образовательного опыта. Соответственно, это место возникновения образовательного опыта, как совершенно, значит, правильно заметила Евгения, может быть у человека внутри его черепной коробки. И это то же самое, что ни на есть образовательная среда. Значит, если мы говорим, что среда – это то место, где должен возникнуть образовательный опыт, то как при проектировании, так и разложении на составляющие нам нужно посмотреть, какие элементы обеспечивают возникновение образовательного опыта. С одной стороны, это будут субъекты и объекты, которые могут влиять на человека. Например, таким субъектом может быть наставник, ментор, модератор, учитель, проектный там педагог и так далее. Или сам человек, если это у нас когнитивный субъект и рефлексия. С другой стороны, это могут быть объекты. Например, мы можем с вами, ну, когда работаешь особенно с детьми, да, дети очень любят работать именно в объектно-ориентированной среде. В Монтессори все на этом построено. Ты развязываешь узелочки, открываешь штучки и так далее. И у человека в связи с этим возникает в голове
совершенно не то, что может возникнуть, и мы можем при себе представить, потому что у него там дивный новый мир уникальный. Поэтому субъекты и объекты – это раз, взаимодействие между людьми, между человеком и объектом, между человеком и контентом, между человеком и самим собой, самопознание. Значит, это второй элемент, два. Третий – это упаковка контента. Мы все-таки с вами делаем образовательную среду для того, чтобы достигнуть каких-то образовательных результатов, а значит, у нас контент должен быть по ним размечен, и он должен быть в рамках среды как-то упакован. Вот Евгения говорила, например, о том, что игровые элементы могут быть включаться, да, мы можем контент упаковать в игру, а мы можем контент упаковать в лекцию, а мы можем контент упаковать в peer-to-peer communication, например, работа в парах, и друг другу расскажем, кто что слышал. И это все будет образовательная среда. Но очень важный момент, который не стоит забывать, это то, что образование не равно обучению. Образование подразумевает также еще воспитание. Поэтому если мы говорим с вами не про среду обучения именно, а про образовательную среду, то вот этот вот воспитательный элемент, он должен быть очень серьезно здесь продуман. Поэтому эмоциональная составляющая, то, какую эмоцию человек получает от среды, влияние на, так скажем, на примере, да, вот с детьми, опять же, очень часто, когда работаешь, очень важно показывать ребенку правильный пример. Не говорить, как ребенок должен делать, а вести себя так, как он должен делать рядом с ним, и чтобы он это регулярно видел и никогда с этих рельс не съезжал. И вот эти вот элементы воспитания, они являются крайне важными и ключевыми именно в образовательной среде. Потому что если мы говорим про среду обучения, там этого можно будет как бы об этом забыть и говорить чисто про достижение образовательных результатов. Ну вот как-то так. Спасибо большое. Хорошо. Давайте тогда продолжим разговор. Вернемся потом еще, может быть, к каким-то деталям. Еще потом, чуть позже, да, разберем про офлайн и онлайн. Вот. Сейчас хочу представить нашего другого гостя. У нас в гостях Андрей Мельниченко, лидер методического центра в Яндекс.Практикуме. Яндекс, да, передовая компания. И мы понимаем, что сейчас действительно не только привычные образовательные организации создают образовательные пространства и миры, я бы даже сказала, да, но и такие вот гиганты, такие вот передовые компании, как Яндекс, делают это. Вот. И, Андрей, расскажите, пожалуйста, вообще, как, да, как Яндекс с этим работает, что происходит? Да, хорошо. Я тоже готовился, у меня есть пару слайдов. Сейчас, если я справлюсь с технологиями, я смогу это сделать. Так, или я не справлюсь. Нет, я справлюсь. Я справился. Да, да. В общем, я справился с технологиями. И первое и главный ответ – это по-разному. Вот. То есть Яндекс, даже если брать практикум, это не какая-то цельная структура, где все делают одинаково. Это разные факультеты, у которых есть достаточно самоходности и свободы в принятии решений. Поэтому делают по-разному, но в целом как раз-таки задача методического центра, которым я руковожу, это собрать воедино какие-то лучшие практики, работающие, там, доказанная наука и так далее. Вот, если как раз-таки говорить о том, что собрано и что мы пытаемся на всех факультетах распространить, это вот какая-то такая общая парадигма, что сначала мы пытаемся подумать, понять вообще, какой опыт человеку в целом нужно пережить, чтобы обучение произошло. И тут важная мысль о том, что коллеги уже ее проговорили частично, что обучение, оно не происходит только в классе, оно не происходит только, когда читаешь учебник, оно происходит в том числе, когда ты дружишь, когда ты рефлексируешь, когда ты ошибаешься, когда ты ходишь в магазин за продуктами. В общем, оно происходит совершенно в разных ситуациях, и ты можешь, в общем-то, понять и даже научиться одному и тому же, пережив разные ситуации. Вот, поэтому для начала нужно понять вообще, где нужное обучение может произойти, где можно развить нужный навык, прийти к нужной мысли, а потом уже нам, как проектировщикам, понять, как мы можем это воссоздать с учетом там, той среды, которая у нас есть, тех ограничений, инструментов и так далее. Вот. Если говорить конкретнее о том, на что мы пытаемся обратить внимание, в общем-то, тут тоже то, о чем коллеги проговорили, просто еще раз повторю в нашем контексте. Первое – это как раз-таки про то взаимодействие, то есть те одноклассники, наставники, преподаватели, контент, в общем, с чем нужно человеку повзаимодействовать, посмотреть, поговорить, потыкаться, помыкаться, чтобы чему-то научиться, каким-то мыслям прийти. Вот. Также важно, если мы говорим именно про LXD, а не педагогический дизайн традиционный, еще больше акцент делают на каналы. То есть каналы коммуникации, каналы взаимодействия, то есть смотрим ли мы видео, общаемся ли мы в чате, играем ли мы в игры, то есть как вообще происходит, собственно, это взаимодействие. Их тоже важно продумать и сделать максимально френдли, комфортными и, собственно, помогающими обучению, а не мешающими. То есть элементарно не создавать барьеров для входа в эти каналы, в общем, не буду подробно останавливаться, чтобы время не красть. Также вот как раз Андрей сказал, что важно продумать эмоции, и действительно супер важно, и это, мне кажется, важное отличие дизайна учебного опыта от там традиционного педагогического дизайна, потому что там тоже пытались уделять этому внимание, но меньше. Здесь же важно продумать не только вообще, что человек будет испытывать, но и намеренно в это как-то спроектировать, подумать, предположить, какие эмоции мы вызовем тем или иным нашим действием,
И в этом плане другие геймдизайн, другие индустрии, где работают с эмоциями, намеренно их провоцируют, очень поможет вам понять, как с ним работать. И, конечно же, важно не просто все это напридумывать, но так как эта область новая для нас, новая для вообще человечества, скажем так, очень важно измерять. Не только оценка традиционная, там, педагогическая, образовательная, но и оценка такая продуктовая. То есть мы сформулировали гипотезу, давайте соберем данные, давайте проверим, насколько гипотеза сработала, как-то отрефлексируем, находки заберем к себе. Вот. Это про принципы и про... Надеюсь, у меня есть еще пару минут. Коротко. Да, сейчас, Андрей, да, сейчас обязательно. У вас есть больше, чем пару минут, да, тут не надо ускоряться, у нас время в эфире еще есть. А скажите, пожалуйста, пока, знаете, я решила вдруг немножко статистики добавить, да, вот сколько сейчас людей, скажем так, именно, ну, такого студенческого плюс возраста, да, пользуются Яндекс.Практикумом? О, честно говоря, я не могу сказать точно за все факультеты. Ну, и тут, опять же, надо сказать, что это очень по-разному, потому что у нас есть, что называется, фри-трек, то есть это бесплатная часть курса, бесплатные первые 20 часов обучения, когда студент может попробовать нашу образовательную среду, вообще наш контент, и попробовать профессию, нравится ли она ему. То есть это такая многоцельная штука, и там на некоторых курсах в месяц может быть там несколько десятков тысяч человек в месяц. Ну, это причем на одной профессии, а их там у нас несколько, поэтому точно цифры я сейчас не смогу привести, но по-разному, на разных частях продукта. Ну, в любом случае, речь идет о десятках тысяч, да, вот если в целом говорить. Ну, и вот прежде чем... Ну, да. Прежде чем вот вы дальше расскажете, я еще такой вопрос вам хочу задать. Вот проектирование вот опыта, да, пространства вот этой среды, где этот опыт рождается, есть разница, это на 20-30 человек, на 100, там, 200-300, да, или это десятки тысяч? Да, конечно. Да, и да, и нет. В том смысле, что есть, мне кажется, какая-то граница, где это уже меньше играет роль. То есть, допустим, если мы проектируем для 20 человек и для 200, наверное, это разница более ощутима, потому что когда у нас огромная выборка, какие там, ну, почему это вообще имеет значение? Потому что люди разные. И это нужно учитывать в идеале, чтобы обучение случилось, у них разный уровень знаний, навыков, у них разные ожидания, у них разное все. Но кажется, когда мы достигаем какой-то такой большой массы людей, которые учатся, эти различия чуть более сглаживаются. То есть вот это все ну, как бы группы становятся более гомогенными. Надеюсь, правильное слово употребил. Да, если совсем, ну, если 20-200, да, если больше, уже менее. Ага, уже менее. Ну хорошо, ну что же, слайд прекрасно называется, как мы это делаем, да, как же вы это делаете, расскажите более подробно. Да, первое – это про аутентичность. Я еще вернусь дальше к этому поинту, но главная суть в том, что обучение, оно может происходить не только там в классе, не только на курсе, оно может происходить через любой формат, поэтому оно же как-то там работает, поэтому важно, чтобы обучение было не только аутентично тому, как оно естественно происходит там, в человеческом мозге, где-то еще, но и аутентично тому, как человек потом будет делать эти задачи. То есть учим мы человека решать конфликты, дайте ему решать конфликты, а не заставляйте читать лонгрид о том, как решать конфликты. То есть аутентичность, то есть то, ну, вот воспроизводили в среде. Второе – это классическое правило педдизайна, и тут многие такие правила классические, только немножко с другой позиции. Это начинайте с конца. То есть сначала мы думаем о том, какой скиллсет нужен рынку, какой скиллсет нужен работодателю, какие типичные ошибки делают там новички, джуны, и, в общем, все это пытаемся закладывать, и уже от этого думаем, а форматы на время в сторонку откладываем, пока конечную точку не поймем. Вот. Также это как раз иллюстрация вот различия между педдизайном и дизайном учебного опыта. Мы стараемся задействовать разные медиумы, разные форматы, то есть там и контент учебный, и сопровождение там наставников, ревьюеров, и какие-то социальные интеракции, и взаимодействие с рынком. В общем, чтобы достичь цели, мы задействуем все возможные точки соприкосновения, так скажем. Вот. Кроме того, это важная мысль о том, что обучение – это, в принципе, болезненный процесс, даже не физически, то просто найти время, заставить себя, в общем, все эти штуки, это может быть больно, и чтобы эту боль сгладить, мы пытаемся предположить, а где человеку будет больно, там, может, недостатки нашего контента, может быть, какие-то их особенности, и пытаемся, скажем так, превентивно закинуть в него бомбой, но эндорфиновой. То есть пытаемся как-то ему облегчить вот это прохождение кочки, чтобы можно было через нее на шесте перепрыгнуть благополучно и приземлиться плавно. Вот. А для этого, в том числе, мы не только эндорфиновые бомбы используем, как я сказал, мы стараемся продумывать и визуализировать путь студента. То есть то, что называется Student Journey Map или Learning Journey Map, как угодно, то есть визуализируем, там, какие взаимодействия у студента будут с платформой, какие эмоции нам кажется или мы знаем точно, студент будет использовать. Пытаемся туда подкрутить аналитику, если это какие-то уже существующие программы. В общем, стараемся визуализировать, найти проблемы и сделать все приятно. Вот. Ну и последний пункт – это про интерактивность и динамичность.
так как наша среда, она, в принципе, достаточно высоко интерактивна, у нас есть разные форматы квизов, заданий, форматы показывания теории, даже текстовой, и это нам позволяет не только там немедленно сразу человеку проверить, а понял ли, что ему там написали, но и также сделать обучение более динамичным, менять форматы, менять вообще тип взаимодействия и так далее, а это очень важно в обучении. Я думаю, любой человек, который вел урок, хоть раз заметил, что важно делать все динамично. Вот. Ну и, конечно же, мы стараемся постепенно переходить, еще не до конца, честно скажу, перешли, но переходить в парадигму комплекс learning и проектировать из нее. То есть из парадигмы, что обучение новым профессиям, а мы обучаем профессиям в основном, это комплексная задача, то есть это не просто там один навык, это много навыков, которые как раз, вот нет, даже определение, это много навыков, знаний, установок, которые человеку нужно одновременно применять, чтобы решать какую-то большую сложную задачу. То есть человек анализирует данные, ему нужно и критически мыслить, и быть немножко ресерчером, и на питоне писать, и, в общем, все это одновременно. Поэтому существующие многие методики, подходы, они не очень годятся, а годятся методики, подходы, которые созданы в этой парадигме, там включают и дизайн учебного опыта, и всякие когнитивные штучки, которые человечество узнало за десятки лет. Вот. Андрей, ну, Яндекс знает про, да, про пользователей очень много, ну, то есть, да, вы работаете с данными, у вас про каждого из нас, да, есть огромный, я думаю, да, банк, датасет. Вот скажите, пожалуйста, какой сейчас основной образовательный запрос, который вы прямо явно видите на данных, на запросах, да, вот что людям нужно именно вот в образовательном опыте, в пространствах, вот что они хотят? Ну вот, наверное, часто запрос – это про научите меня думать как кто-то или, в принципе, научите меня думать. То есть иногда люди к нам приходят с запросом на профессию программирования, они приходят не с запросом «научите меня питону». Типа, чтобы научиться питону, я могу вообще миллиард способов использовать. А научите меня думать как питон-разработчик. Или научите меня думать как аналитик. Вот, кажется, это связано отчасти с тем, ну, это, во всяком случае, то, что мы заметили. Возможно, это связано отчасти с тем, что контента такого по процедурным навыкам, то есть как что-то делать, его множество. И как бы это не так, это не rocket science, а контента о том, как тебе научиться мыслить по-другому, даже, например, системно мыслить. Контент есть, но его, во-первых, меньше, во-вторых, ну, это действительно сложнее учить, чем просто что-то делать руками. А если говорить про вот эти комплексные программы, да, то, ну, в смысле, комплексное обучение, комплексный подход, то какие вот именно образовательные программы сейчас больше всего востребованы, да, и над чем вы сейчас, может быть, работаете там, где границы этой комплексности? Вот как раз-таки, ну, тут, наверное, я так немножко переформулирую свой ответ, может быть, даже уйду от вопроса, не знаю, но мы работаем, по сути, почти все программы, которые мы работаем, это комплексное обучение, потому что это все, ну, новые профессии, а любая профессия – это много рабочих задач, они требуют высокой вот этой степени, скажем так, интеграции всех этих навыков, знаний одновременно, и поэтому почти, ну, любая профессия, которую мы выпускаем, это комплексное обучение. Вот. И, но при этом также в мире можно заметить, ну, в образовательных проектах парадигму, например, наоборот, на модульность такую. То есть не учим сразу новой профессии, а давайте мы вам вот этот модуль дадим, вот этот модуль дадим, вот этот модуль дадим. Но тут большой на самом деле вопрос, с чем это больше связано, с какими-то находками в педдизайне или с маркетингом, находками в маркетинге. Потому что ну, он же постоянно образование ходит из одной стороны в другую. Сначала мы делаем отдельные курсы, а теперь давайте мы продавать их профессиями, а теперь давайте мы снова будем продавать курсы. И, в общем, тут такая цикл есть какой-то. Хорошо. А такой вопрос. На что вы сейчас, вы, ваша команда, вообще Яндекс, да, на что, на какие мировые тренды вы опираетесь, ну, вот, работая именно с образовательным опытом, с образовательным пространством и его проектированием? Ну, и такой смежный вопрос. И что по-настоящему вам интересно делать вот как команде, да, потому что, понятно, есть, ну, тренды, есть обязаловка, да, что называется, а есть то, вот куда душа лежит, вот где ваш личный, да, где ваш личный, не знаю, Эверест. Да, наверное, из каких-то трендов это то, что связано как раз с аналитикой и evidence-based education, потому что, ну, мы действительно не так много знаем на самом-то деле, даже мы там, ну, не только мы там, Яндекс, а в принципе любой человек, короче, в образовании, не всегда так много знает о том, как оно на самом деле работает. То есть есть теории, какие-то концепции, придуманные другими, какие-то находки в исследованиях и так далее, но их всегда нужно с таким скептицизмом прикладывать к себе, потому что, ну, мы, ну, не всегда это все воспроизводимо на наших студентах, на наших профессиях, в общем, на наших условиях. Вот, поэтому мы стараемся, с одной стороны, ну, там, больше узнавать про чужие исследования и там больше ими руководствоваться при принятии каких-то важных решений, потому что у нас, наверное, такая специфика продукта, так у нас учится много людей, там, избирать, особенно, все профессии в целом, то там риски и какие-то риски от
негативные последствия от неправильных решений, они больше, поэтому мы стараемся опираться не только на свое чутье и опыт, но и на чужой опыт исследования. Также мы стараемся опираться на аналитику, потому что она позволяет нам узнать то, чего мы не узнали бы вообще никак. То есть как на самом деле происходит, где там человек спотыкается, где он бросает, где ему сложно. Потому что в фидбэках этого не пишут, а интервью столько не проведешь. Также мы стараемся, я даже не знаю, как это назвать, но, в общем, это, я бы сказал, что мы стараемся действительно дизайн учебного опыта полностью в себя впитать, в том смысле, что, во-первых, понять, что же это такое, потому что даже наша сегодняшняя дискуссия подсвечивает, что есть разные точки зрения, и в мире до сих пор это не устаканилось. Вот, мы пытаемся это все впитать, а чтобы впитать, мы ходим в разные стороны. То есть мы смотрим, как вообще дизайнит опыт и вызывает нужные эмоции в драматургии, в геймдизайне, в customer experience. В общем, в разных областях, где уже что-то на эту тему придумали, и поэтому у нас в этом плане и команда достаточно такая diverse, то есть у нас есть люди с бэкграундом сценаристов, и с бэкграундом в геймдеве, в общем, разные люди, которые помогают нам, собственно, этот ответ собрать как в какую-то коробочку. Андрей, а могу я вас попросить убрать уже демонстрацию, да, потому что, да, мы хотим вас больше видеть, да, чем экран. Вот, крутой ответ, да, понятно, крутая разная команда, да, из кино, из режиссуры и так далее. Вот наша замечательная зрительница Ирина спрашивает, не могли бы вы более подробно рассказать про эндорфиновые бомбы? Ага, да, эндорфиновые бомбы... Тут я сразу, если у кого-то возник вопрос, не готов ввязываться в спор по научности термина эндорфины, дофамины, вот это все. Это скорее такой больше метафорично устоявшийся термин, который мы используем, и нам с ним клево. Вот, что называется, приятные воспоминания и эмоции. И говоря, отвечая на вопрос, как раз-таки эндорфиновые бомбы, их задача в том, чтобы в то, о чем я говорил раньше, в точках, где мы чувствуем, знаем, чувствуем, предполагаем, у студента будет просадка, где ему будет сложно, там просадка по мотивации, где контент сложный, где, может быть, мы что-то недоработали, но мы там не всегда успеваем это доработать в нужный срок, мы можем давать такую небольшую эндорфиновую бомбочку, чтобы немножко эту кривую поднять наверх. А что это такое? Это может быть разный формат принимать. Это может быть и сторителлинг какой-то, который позволит вот создать вот такую аутентичную среду. То есть вот, у тебя первый день стажировки, давай сразу, чего, принимай решение, ага, да. Вот, это также и всевозможные сторителлинговые механики для там подачи контента через диалоги, через что-то еще. Это, во-первых, юмор. Тут нет какого-то rocket science, на самом деле. Тут это юмор, это и какие-то иллюстрации, иллюстрации с метафорой, которые позволят донести какую-то сложную концепцию. Это и какие-то интерактивы, условно говоря, тыкалки, благодаря которым студенты могут понять, как работает список в Питоне. То есть, по сути, это все, что в студенте вызовет какую-то эмоцию, которую нам нужно. Вот. И последний вопрос, не могу его не задать, да, в одном разговоре вы упомянули термин когнитивная архитектура. Вот я анонсировала в своем Фейсбуке, что мы сегодня обязательно ответим на этот вопрос, да, что же это такое. Вот скажите, какое отношение к когнитивной архитектуре, вы, кстати, сегодня тоже упомянули уже слово, про когнитивные, да, возможности, какое отношение когнитивная архитектура имеет к проектированию образовательного опыта и пространства? Сначала... Начну издалека. Начну чуть подальше. Первое, наверное, главное отличие дизайна учебного опыта от дизайна обучения, то есть instructional design от learning experience design, в том, что там за годы, десятки лет существования педагогического дизайна образованцы пришли к тому, что образование – это чуть более комплексная штука, чем просто набор тренингов, каких-то там методичек до них, методичек после. И как раз-таки это один из слоев, который добавился там в начале, в конце прошлого века развивается активно, это работа с когнитивными процессами студента и там теория когнитивной нагрузки, которая отчасти эту всю движуху начала, и которая говорит о том, что там не только, о том, что у человека ограниченная, как это по-русски, не capacity, а возможность, вместимость рабочей памяти, в которой он может обрабатывать информацию, думать, решать задачи, и это нужно учитывать. То есть вы не можете дать человеку 5 новых терминов, попросить их сразу использовать в задании, при этом как-то сделав непонятную какую-то картинку, это все объясняющую, потому что человек перегрузится и умрет, когнитивно, на время. Потом живет, скорее всего. Но это все равно может создать какой-то негативный опыт для него. Вот, поэтому когнитивная архитектура – это, по сути, это получится такой теоретический конструкт, потому что мы не можем ее пощупать, вот, который описывает как раз-таки то, как устроено, по-русски, mind, ваш mind, скажем так, то есть как там формируется память, как там взаимодействуют эмоции, внимание, и это вот этот новый слой работы с когнитивным, он появился вот в последней там, есть последняя работа, которую я читал там 10 лет назад была опубликована, как раз-таки авторами вот этой теории complex learning, это все очень связано,
что примечательно. И она как раз-таки исследует, как проектировать опыт, который не только эмоции вызывает, но и формирует нужные когнитивные схемы в голове человека, не перегружает его и так далее. Спасибо большое, Андрей. Очень интересно. Да, приходите к нам обязательно еще. Вот. А сейчас хочу вас познакомить с другим нашим гостем. Да, Максим Скрябин у нас в гостях, консультант по области педагогического дизайна и учебной аналитики. Максим, с вами хочу продолжить разговор вот про что. Ну, про опыт. Мы сегодня много про опыт. Вообще опыт mm-hmm. – это совокупность неких разных событий, впечатлений, действительно эмоций. Да? И вот скажите, пожалуйста, какие форматы образовательные способствуют получению максимального, полного и насыщенного опыта? Сейчас я тоже попробую справиться с технической составляющей. Так, вроде как все должно быть. Вот, ну, уже много говорилось про различные типы взаимодействия, интеракции, и в целом, ну, для каждого типа взаимодействия есть свои, ну, более эффективные форматы, да, то есть, ну, наиболее ценные, конечно, для обучения – это взаимодействие человека с самим собой, да, потому что тем самым это позволяет ему, с одной стороны, там, рефлексировать, да, то есть здесь есть, например, различные, там, техники, типа, например, там, листы для самопроверки, ну, чек-листы. Это могут быть рефлективные дневники, да, то есть где он действительно рефлексирует, да, то есть и фиксирует, ну, свои впечатления, да, то есть как бы свои выводы, какие он сделал. Вот, и плюс еще это также помогает, ну, это не единственный способ, да, но один из способов, да, развивать то, что уже Евгения до этого говорила про метапознание, да, то есть про выработку подходящих учебных стратегий. И на самом деле, мне кажется, что это будет действительно очень сильный тренд в ближайшее время, да, потому что, ну, в этом году у нас вынужденно, у многих изменилась образовательная среда, но в целом, да, то есть мы должны уметь учиться в разных образовательных средах, да, и я вот помню, недавно читал отчет про самые популярные курсы на Курсере, и там их было три. Первый курс – это про машинное обучение, второй курс – это про, как учиться, да, how to learn. И третий курс, как бы, что меня немножко удивило, это как раз про стрессоустойчивость и адаптивность, да, то есть, что действительно, да, то есть эти навыки, да, то есть, как бы, они, ну, являются только таким трендом. Но помимо этого, да, как бы, как уже до этого многие мои коллеги говорили, да, что есть и другие типы взаимодействия, которые, ну, они более наблюдаемые, да, что... Но, например, если мы говорим про взаимодействие с устройствами, то это очень близко то, что говорится там в UX-дизайне, да, что мы должны понимать, да, из каких устройств, да, в каком контексте выходит, ну, учащийся. Вот. И мне очень нравится пример с мобильного обучения, с мобильным обучением. Когда, как бы, что в мобильном обучении это не то, что учащийся использует мобильное устройство, а то, что сам учащийся мобильный и использует устройство. У меня есть друг, который, как бы, он, ну, обучает юриспруденции, это Константин Бугайчук, и он просто в своем курсе, он, как бы, его было задание сходите, выйдите на улицу, сфотографируйте, зафиксируйте правонарушение. И это действительно, да, то есть, как бы, то, что уже до этого говорила, да, что говорилось, что вот как раз вот решение вот этих аутентичных задач, оно оказывается таким вот ключевым, да, то есть когда мы, ну, используем концепцию Learning Experience Design, и тут можно вспомнить теории, там, связанные с учебной мотивацией, ну, их на самом деле очень много, но я люблю, как бы, такую двухкомпонентную теорию, первая связанная с ценностью, и как раз для этого нужны вот эти вот аутентичные задачи, да, потому что мы показываем значимость, да, что мы, как бы, действительно то, что мы переживаем, а вообще, как бы, experience тут корректнее как раз вот то, что Андрей до этого говорил, да, то есть это вот корректнее говорит переживание, но просто уже сам термин, да, то есть, как бы, переводится часто как обратный опыт. Вот, а вторая часть как раз этой мотивации связана с тем, да, что действительно человек уверен в том, что он может справиться с этими учебными задачами. Тут Андрей говорил про как раз эти эндорфиновые бомбы, да, то есть, но в целом вот эта вот поддержка, да, взаимодействие с другими учащимися, да, взаимодействие с преподавателями, да, то есть она оказывается важной как раз вот для этой части.
Максим, все-таки хочу про форматы, да, вас немножко вернуть. Смотрите, сейчас чего только нету, да, хакатоны, там, марафоны, совместные, ну, в общем, действительно огромное количество разных именно новых, в том числе образовательных форматов, да, которые активно тестируются. Их тестируют вузы, их тестируют акселераторы различные, да. Вот как вам кажется, ну, человеку, который занимается, да, педагогическим дизайном, у которого есть аналитика, у которого есть данные, вы видите разные программы, можете какие-то выводы делать. Вот наиболее, скажем так, сейчас востребованные форматы именно, которые максимально дают именно, ну, их тем, кто в них участвует, да, максимально именно разносторонний образовательный опыт. Здесь на самом деле я бы, ну, просто можно разделить обучение такие на три большие группы. Мы, как я понимаю, презентация будет выложена, и там будет ссылка на более подробную статью. Вот. И, наверное, да, то есть вот для меня вот различие основное вот между педагогическим дизайном и дизайном учебного опыта как раз то, что возникает очень много как раз вот неформального обучения, вот этого спонтанного обучения, стихийного. И как раз за счет того, да, что, ну, как бы, ну, наша реальность, она поменялась, да, и поэтому как раз мы начинаем говорить, да, про дизайн учебного опыта, да, то есть за счет того, что мы живем в таком более сложном мире, в более сложной реальности. И поэтому, естественно, да, то есть такие форматы, да, то есть информального обучения, они будут очень сильно развиваться, да, то есть как бы, что мы можем учиться, например, в профессиональных сообществах, мы можем учиться, наблюдая там за поведением других людей, да, то есть решая какие-то самостоятельные задачи, потом рефлексируя над ними. И действительно, да, то есть эта часть, она, ну, то есть нельзя сказать, что только так, да, потому что все-таки образовательная среда, она в этом плане довольно неоднородна, да, то есть мы можем пойти, например, в формальное обучение, да, то есть закончить магистратуру, да, получить какое-то системное знание, мы можем взять какие-то краткосрочные курсы, да, либо мы можем задать вопрос в Фейсбуке и собрать там мнение, дискуссию. Я бы не выделял бы вот просто только что-то одно, да, то есть, потому что, ну, как известно, да, то есть там всякие различные формы смешивания, они дают более такой синергетический эффект. Да, полностью соглашусь, коллеги, да, просто подумала, что у нас сейчас блиц-опрос мне срочно провести. Вот давайте, 2020 год, абсолютно гибридная такая реальность, да, куча всего нового, всех растянуло в том смысле, да, что вытянуло, да, за волосы. Быстрый опрос, значит, Евгения, Андрей Комиссаров, потом Андрей, да, вот любимый формат, который вы прямо вот в 2020 году прямо получили от него вот удовольствие или, возможно, раскрыли его с какой-то другой стороны, да? Евгения, у вас какой? Мне вспоминается формат исследовательской лаборатории, вот, в котором мы с Андреем Мельниченко участвовали, в частности, и там мы исследовали, и там мы придумывали, и там мы работали в группе, то есть это был такой, в общем-то, очень иммерсивный формат и очень аутентичный, я бы сказала. Отлично, спасибо, Андрей Комиссаров. У тебя какой формат? Ну, здесь надо понимать, в какой позиции. То есть у меня как у создателя форматов и у меня как у просто человека, обучающегося. Создателя форматов, Андрей. Окей. Второй был бы интереснее, ну, как скажете. Значит, как у создателя форматов мы очень хорошо освоили, значит, онлайн-школы в формате интенсивного практикоориентированного группового действия в Дискорде. Вот, значит, очень классно зашло, собирается тонна цифрового следа, люди очень хорошо осваивают именно протоколы взаимодействия и коммуникации, с помощью которого след легко собрать. Высокоэффективный формат. Я, честно говоря, не ожидал, что можно сделать настолько вкусный онлайн, но на шорт-треке. То есть мы делали треки максимум недельные, лучше всего пятидневные. Вот на этих пятидневных прям вообще взрыв пакет. Очень классно идет. А если все-таки, вот я позволю себе добавить, если все-таки про меня, как Андрея Комиссарова, то для меня любимый формат этого года – это работа руками в земле, в огороде. Невероятное заземление после цифровой экономики просто вернуло меня обратно в строй обычных хороших людей. Спасибо, это очень круто. Андрей Мельниченко, у вас, да, тоже, давайте, у Андрея Мельниченко как, да, у руководителя практикума, ну, создатель, да, и как у Андрея Мельниченко, у человека. Да, да, Андрей Мельниченко как руководитель метод лабы, это, наверное, не знаю, как назвать формат, драматургическое проектирование. Вот с тех пор, как у меня в нашей команде появился человек с образованием драматургическим, очень стал я к этому прибегать, и очень мне нравится. То есть продумывать, условно говоря, сюжет,
и как сюжет, и вот это все, это очень клево. Вот. А как человеку... Ну, наверное, я тут снова проникся образовательными играми и вообще всевозможным таким взаимодействием, потому что... Ну, потому что это клево. Я играл и в живые, ну, в смысле, живые игры, когда это было, скажем так, легально и безопасно. Я играл и в онлайн-игры всегда. Вот. И особенно игры, которые вообще не образовательные, но из них-то образовательные штуки находишь, ну, с помощью рефлексии. И, наверное, рефлексию я тоже для себя еще раз раскрыл. Вот. Угу. Спасибо большое. Вернусь к Максиму. А, Максим, скажите, пожалуйста, как работать с проектированием образовательного опыта именно для команд? Да, и особенно давайте сделаем упор в ответе на распределенные команды, потому что, опять же, 2020 год – это, ну, просто взрыв, да, именно распределенных команд. Вот здесь какие уже сделали выводы, к чему пришли, чем можете поделиться с нашими зрителями. А пока вы не начали отвечать, напомню зрителям, что мы ждем ваши вопросы, да, пока наши эксперты с нами. У нас еще примерно 20 минут эфира, поэтому пишите обязательно вопросы в чат, и мы на них на все ответим. Угу. Максим, итак, опыт для команд. Но здесь мне кажется, что наиболее эффективный подход – это используется различные проектные обучения, да, потому что мы, опять же, ну, используем какую-то аутентичную среду, и здесь очень важно, ну, как мне кажется, как, что мы во многих случаях можем использовать, ну, условно говоря, не образовательные технологии, да, для образовательных целей. Ну, например, известный там трекер задач Trello, да, то есть для того, чтобы, как бы, показать команде, да, то есть какие там, ну, задачи они должны сделать, да, и, соответственно, мы можем менять статус этих задач, хотя изначально Trello был вообще создан не для обязательных целей. И это довольно такой, как бы, ну, интересный подход, да, потому что он, с одной стороны, очень сильно аутентичен, да, потом, ну, многие компании используют, как бы, либо такой трекер задач, либо какие-то другие похожие, аналогичные. С другой стороны, да, то есть, как бы, команда, как бы, ну, за счет того, что там очень много появляется вот именно вынужденного взаимодействия, да, то есть там, особенно если там проектное обучение использует какие-то технологии, например, в Agile, да, то есть там просто есть ежедневные там созвоны, и это, как бы, позволяет команде, ну, с одной стороны, быстрее стать командой, да, а не кучей разных людей, а с другой стороны, позволяет потом выстроить коммуникацию и достигать общего командного результата. Угу. Спасибо большое, Максим. Мы тему команд продолжим, Андрей Комиссаров, да, с тобой. Вот, скажи, пожалуйста, тоже 2020 год, я знаю, да, для университета, для твоей команды тоже, ну, конечно, колоссальный тоже новый опыт принес в работе с определенными командами, да. Вот, наверное, поделись какими-то, знаю, ключевыми выводами именно с точки зрения проектирования вот этой среды для команд, для распределенных команд, да, чем можешь поделиться. Ну да. Ну, значит, вот я отнесся бы к термину с архитектурой связанным, да, когнитивная архитектура. Вот. Это на самом деле очень важная штука, и она совершенно не является инновацией, она, так скажем, стара как мир. Основа когнитивной архитектуры – это специфика поэтапного освоения сложных смыслов. То есть то, что называется когнитивной лестницей. В основном когнитивная архитектура, она именно из лестниц состоит. То есть у вас должна быть предыдущая ступенька, потом следующая ступенька подразумевает, что вы предыдущую уже прошли, а через нее следующая подразумевает, что вы вернулись и повторили первую, и потом, соответственно, идете дальше. И вот это вот когнитивные лестницы, они подразумевают, соответственно, все время возврат. То есть два шага вперед, один назад, два шага вперед, один назад. Вот таким образом репетиция, как говорится, есть матерь студиорум. Вот, значит, а если мы будем говорить о том, как команды, значит, проектируются, то и взаимодействие, то я бы здесь вот показал бы один слайдик такой интересный. Вот такой. Значит, есть такая интересная модель, называется модель сообщества исследователей. Но она уже достаточно давнишняя, 99-го года. Она, значит, говорит о том, что есть три основные компонента при организации и формировании образовательной среды. Это когнитивный компонент, собственно, как мы усваиваем информацию. Да? Это педагогический компонент, как мы подаем информацию. И социальный компонент, как люди общаются. Вот. Ну, те, у кого есть дети, знают, что дети ходят в школу не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы с друзьями общаться. И поэтому социальный компонент является крайне важным. Вот эти эндорфиновые бомбы, о которых Андрей говорил, очень хороший термин, мне очень понравился, но во многом они также завязаны на вот эту социальную составляющую. Если нам, значит, обратиться к играм,
Да, а я тоже с играми непосредственно связан, чуть более 120 игровых реализованных проектов. Вот, значит, если обратиться к играм, то мы знаем, что там есть разные типологии игроков, и в частности, ну, по Бартлу есть такая типология игроки-социальщики, да, которые хотят общаться, есть игроки-достигаторы, которым нужно выполнить все чекпоинты, а есть вообще гриферы, которые лишь бы кого-нибудь там мочить, мучить и так далее, штрекбрейхеры, слава богу, их немного. Но это значит, что нам в первую очередь нужно понимать, для кого мы делаем, что это за человек, что, какой тип социального поведения для него предпочтительный, что его мотивирует. И на основе этих данных мы можем делать больший упор в один из вот этих вот трех компонентов. А еще бы я хотел отнестись к той, значит, идее, ты задавала, Ир, вопрос, по-моему, Андрею, относительно того, что вот если там 20 человек или если 20 тысяч человек, есть ли разница? Вот тут вот очень важный момент. Дело в том, что, опять же, если мы возьмем вот эту конкретно схему, то у нас уже в 21-м, слава богу, веке, да, началась очень интересная штука. Сюда добавляется еще один компонент, компонент цифровой. Нам нужно собирать данные образовательного опыта для того, чтобы понять, а что с этими 20 тысячами человек происходит. И вот с точки зрения цифрового компонента, действительно, среде все равно 20 или 20 тысяч, потому что мы можем в цифре увидеть индивидуальную траекторию каждого человека. Собственно, это единственное вообще, зачем цифра нужна. Цифра нужна для масштабирования, для работы с данными и для построения индивидуализации в невероятной массовости. Потому что если я работаю, например, с детишками, вот у меня частная школа, 12 человек в классе, мне там цифра не нужна. Я их всех вижу, я со всеми могу за руку подержаться и так далее. То есть тут важно применять вот эти инструменты, как, так скажем, они максимально нужны. Поэтому если мы работаем с командами, в первую очередь мы смотрим на то, что это за команда, как, собственно, она предпочитает себя вести, из кого она состоит. Если мы вот внедряем вот эту драматургию, игровые элементы, я здесь Андрея поддержу, я считаю, что это вообще просто супер направление, да, то тогда нам нужно понимать, какие роли давать. И в разных командах мы будем давать разные роли. И нам, как разработчикам, важно очень быть клиентоцентричными. На мой взгляд, принципиальное отличие PET-дизайна от Learning Experience Design в том, откуда мы смотрим. Когда мы разрабатываем в PET-дизайне, мы разрабатываем среду, то есть мы разрабатываем то, куда. А когда мы разрабатываем в Learning Experience Design, мы разрабатываем путь человека. Соответственно, мы смотрим со стороны человека и смотрим, что он будет испытывать, переживать, через что он пройдет, как он будет с этой средой взаимодействовать. Это такие взаимопроникающие и как бы навстречу друг другу идущие, но немножечко ортогональные точки зрения. Вот. И поэтому нам, конечно, очень важно смотреть в команде, что это за люди, как они, значит, будут общаться, и под это иметь возможность среду как воск изменять. Вся специфика Learning Experience Design, так же, как и современного PET-дизайна, в его адаптивности. Нет адаптивности, нет эффекта. Да? Чего хотят люди от обучения? Все хотят одного. Все хотят приобрести принципиально новый уровень понимания. Это, опять же, то, о чем Андрей говорил. Да? Я хочу научиться думать как питонист, или как нейросетевик, или как дата-аналитик, или как художник. Это значит, я хочу научиться понимать как художник. Специфика понимания – очень важная штука. Дело в том, что понимание, на мой взгляд, вообще основа нашей личности. Все, чем мы на самом деле являемся, это наше понимание. Вот сотрем нашу память, и мы половину личности потеряем, потому что мы потеряем наше понимание. Это особенная взаимосвязь внутри нашего, собственно, головного мозга, которая объединяет все наши переживания, зафиксированные в опыте и в памяти, а иногда даже сенсорные запахи, например, великолепно триггерят понимание запахи. Да? Они понимают все эти вещи, но стоит не забывать, что человек – существо социальное. Не буду говорить животное, да, но вы понимаете, что это цитата. Да, человек – существо социальное, и социальные взаимодействия, групповые взаимодействия, постоянный коммуникативный контакт, постоянные эндорфиновые бомбы, не только которые там, значит, хитрый Андрей заложил там в рамках игры, им запроектированы, а которые возникают просто потому, что мы садили трех или четырех или сколько-то людей, которым друг с другом круто. И тогда мы понимаем, что на каждой конференции, на которую мы приходим, где все самое классное происходит, все мы знаем где, в кулуарах. Не там, где читает лектор, а все его сидят и тихо слушают, а в кулуарах, в курилках, в кафе и так далее, потому что люди друг об друга заряжаются, и вот она, эндорфиновая бомба. Когда мы с вами это проектируем, мы должны образование проектировать так, чтобы люди могли пойти отдохнуть, и там бы они, переживая, учились друг об друга гораздо сильнее. Мы таким образом обеспечим им вот этот драматический, если угодно, катарсис, и они запомнят, как было классно на этой конференции, потому что я встретил вот прекрасных людей, Евгений, Андрей, Максим, мы посидели, мы там пообсуждали, мы на какую-то тему поспорили, порубились там
и так далее. Да? Вот. Вот таким образом, собственно, это и дизайнится. Действительно, это очень похоже на драматургию, это очень похоже на театр, но еще это театр, который вы должны уметь очень гибко и адаптивно перенастроить, если вы видите, что ваш дизайн совершенно не работает. То есть вам нужно уметь это налаживать. Вот так вот. У нас есть комментарий, Андрей, от Натальи Князевой. Да, она пишет: летняя школа пет-дизайна очень понравилась. И, конечно, Архипелаг 2035. Первый раз участвовал в идее стартапа. И я, продолжая, да, вот этот комментарий Натальи, Андрей, спрошу тебя следующий вопрос. Вот какие данные именно о командах мы научились собирать, вот, ну, когда у нас команды заведены, да, в некие вот эти наши образовательные среды, собственно, как мы сейчас, опираясь на эти данные, можем по-другому, ну, устраивать, грубо говоря, Архипелаг там 2.0, да, если бы мы стартовали его сразу там, ну, не знаю, через месяц. Да. Сейчас я покажу, тоже есть у меня на эту тему слайдик. Да, смотрите, данные о командах, это очень интересно. Значит, мы научились собирать вот какого плана данные. Сейчас, одну секунду буквально. Значит, мы, во-первых, очень хорошо научились понимать, чем специфика команды отличается от специфики одного человека, да, что нам нужно в команде понимать, в первую очередь говорить о данных взаимодействия. Вот. И поэтому, когда мы... сейчас это далеко убежало. Да, вот. Когда мы, значит, говорим о том, какой цифровой след мы собираем и что мы на нем делаем, когда мы говорим про команду, мы в первую очередь будем думать вот в формате, если угодно, таких графов. Да, мы будем строить социальные графы, в котором мы видим, как люди общаются, как они друг к другу относятся, как они эмоционируют, как и какого плана лексикон они используют, потому что мы очень хорошо семантикой можем распарсить все, что они наговорили. Вот. Как и кто у них является лидером влияния, лидером мнений. Да, то же самое справа функциональный граф. Мы можем посмотреть, какие задачи люди выполняют, как они друг друга вклад оценивают, как они понимают вклад, который вношу я, versus вклад, который вносит другой человек. То есть правильно ли они понимают полезность, которая друг от друга идет. Это очень важный элемент команды. Гармоничность команды, это очень часто строится на доверии и уважении. А это значит, что мы можем это на данных увидеть. И если человек считает, что моя максимальная эффективность вот в этой конкретно функции, и все с этим согласны, вот это гармоничная команда. А если человек считает, что я, предположим, великий методолог, а все говорят, ты просто посредственный администратор, вот это не гармоничная команда, в которой есть конфликт. Все эти конфликты мы умеем очень хорошо вылавливать на данных цифрового следа. Конкретно это данные вот такие. То есть и отношения, и коммуникации, и командность, вовлеченность, все это на отдельных показателях. И вот как раз Наталья Князева упомянула школу педдизайна. Она, кстати, очень хорошо сама себя показала на этой школе. Вот. Но суть в том, что на этой школе мы как раз и собираем вот такие вот данные. На наших вот этих интенсивных онлайн-форматах, о которых я говорил, да, почему они для меня и стали открытием, данные командного взаимодействия, они лучше всего в интенсивной командной коммуникации, в интенсивной командной деятельности. В частности, через Discord с помощью ботов. Просто настраиваем ботов, запускаем их в канал, и они все сами собирают. Спасибо большое, Андрей. Очень интересно. Коллеги, сейчас несколько вопросов от зрителей, да, к вам. Уже будем финалиться. А вот сейчас, значит, вопрос такой. Жень, вам его задам. Наталья Князева спрашивает, где учиться LXD? Что посмотреть, каких авторов почитать? Что порекомендуете? Ох, спасибо за этот вопрос. Учиться много можно где, но в целом Google, как говорится, в помощь. Можно очень много всего найти. Мне очень нравится курс, который так и называется, по-моему, Learning Experience Design от компании Novayet. Он бесплатный, он такой синхронный, в нем есть командная работа, в нем есть персональные задания. Он на английском, ну, может быть, для кого-то это ограничение, но это такая хорошая прокачка. И там он достаточно базовый, но в целом он такой очень про, мне кажется, Learning Experience Design дает основу. Можно посмотреть наши российские курсы разные про проектирование образования и про создание онлайн-курсов. С точки зрения Learning Experience Design можно посмотреть Universal University, например, School of Education. Там есть курс, как раз, который так и называется, проектирование образовательного опыта. Там тоже он такой вот верхнеуровневый, можно найти там какие-то для себя точки интереса. И еще вспоминается мне курс от ДДУ-центра про стратегии обучения взрослых. Если интересно поисследовать именно разные
подходы, модели поузнавать, что есть вообще в мире проектирования образования, можно пойти туда и там найти какие-то ссылки, какие-то вот дополнительные слова для Гугла. Вот. Но Жень, это то, что просьба, если можно, Марии, да, переслать ссылки, чтобы она прям сразу разместила, а то люди иногда теряются, да, пишут что-то не то, потом им попадаются какие-то не те сайты, они идут не туда, да, тратят деньги, в итоге все не то. Скиньте, пожалуйста, ссылки. Вот, Андрей, да, да, скину, да, и, конечно же, мой канал LXNotes. Да, да, сейчас, читать, да, размещаем ссылку прямо сейчас на ваш канал. Говорит. Конечно, конечно, Маш, да, размещите ссылку, пожалуйста. А Андрей, я знаю, что буквально уже у нас убегает, но перед тем, как Андрей не убежал, Мельниченко, да, вопрос такой, Вика Гурова спрашивает, я решила, что точно вам его задам. А есть ли примеры хороших, хороших игровых образовательных проектов? Смотрите, ужас в ваших глазах. Да, зависит от того, что мы называем игровым образовательным проектом. Вот, ну, типа, потому что, ну, с какой позиции мы на это смотрим? С позиции проектировщика, потому что часто игровым образовательным проектом называют все, что угодно, где добавили бейджи. Игра, геймификация, вот. В последнее время, я, наверное, сейчас сходу не смогу вспомнить, я могу там позже писать ссылки, но из того, что приходит сразу, есть, господи, ты боже мой, я знаю, что есть школа у Андрея, надеюсь, она есть, я слежу за Facebook-группой. Также есть студия российская, называется, по-моему, Ludeon или что-то типа вроде того. Это как раз подразделение одной большой гейм-дев-студии в российской, и они, ну, они делают чисто образовательные игры. То есть у них там есть игра, где они, например, с котами и восстановлением какой-то фабрики учат машинному обучению. Вот. Или есть другая игра, где они на примере какой-то жизни программиста и кота, у них есть какая-то странная фиксация на котах, они также учат машинному обучению. Или есть еще другая игра. В общем, это прям компьютерные игры, сделанные, они, по-моему, на английском языке, потому что они на тот рынок, вот, но довольно клевые. А так, вот, это, наверное, из того, что приходит в голову классного игрового, это, а так я еще подумаю и тоже, наверное, дошлю список. Да, дизлайки, да, напомню, у нас трансляция в ВКонтакте, там же у нас группа, так что поэтому тоже размещайте ссылки. Следующий вопрос от Ирины Федоровны к Максиму. Максим, скажите, пожалуйста, в чем проявляются особенности проектирования образовательного опыта в разных типах обучения? Но здесь на самом деле, опять же, фокус, да, то есть какие мы берем учебные активности, да, как мы выстраиваем это само взаимодействие, да, что если у нас, например, сильно формальное обучение, у нас зачастую стратегия, она сильно привязана там, к учебной цели, да, и, соответственно, мы все выстраиваем, да, то есть для того, чтобы достичь вот единую вот эту вот учебную цель согласно образовательным стандартам и так далее. Но понятно, что если мы больше используем информальное обучение, то там уже даже могут быть и цели обучения у всех учащихся различные, да, то есть они просто для них будут личностно значимые, но при этом можно проектировать такие совместные активности, где каждый учащийся достигает своих целей. Опять же, вот если бы говорить про примеры команды, да, что в команде могут быть разные роли, да, у учащихся, у разных учащихся, и, соответственно, как бы могут быть, ну, разные цели по итогам там, выполнения общего группового проекта. Угу. Спасибо. Андрей Комиссаров, к тебе вопрос. Татьяна Белозерова, моя однофамилица. Надо ли менять составы команд в рамках одного проекта? Для чего? Хорошо, я не знаю, ну, для получения, не знаю, более сильного опыта, может быть, да, или для чего-то драматургического, не знаю. Я понял. Ну, смотрите, все зависит от того, из кого команды составлены. Если они составлены из учащихся, то странно будет их менять. Вот. Немножко не знаю, как ответить на этот вопрос. Давайте я лучше отвечу на вопрос, какие хорошие игровые проекты, которых тьма на самом деле, игровых проектов хороших. Вот. У меня в Фейсбуке есть группа, называется «Игровое образование». Там этих проектов за 5 лет набралось у меня там просто вагонами. Да? Но дело в том, что они далеко не все компьютерные. Вот, есть очень много живых игр, очень классных, есть интересные игры, педагогические интерактивные форматы, есть настолки, и они все очень эффективны, они действительно эффективно обучают. Вот, и тут вопрос просто, какие вещи хайповые, какие нет. То есть игра, например, о жизни муравьев настольная, она невероятный образовательный проект, в котором ты все узнаешь о жизни муравьев.
Вот, но, может быть, она не очень хайповая. Да, то есть, мне кажется, хороший игровой образовательный проект – это тот, который хорошо задизайнен для достижения своих собственных образовательных результатов. А нужно ли собирать команду внутри или нет? Если разработчик, когда делал среду и образовательный опыт, хоть как-то проектировал, думал о том, что это за команда и зачем ей это, то не нужно. А если совсем не думал, и команда пришла и говорит, о боже мой, ну тогда лучше, конечно, поменять среду, а не команду. Потому что все равно клиент всегда прав, мы все делаем для людей. Образование для людей, а не для средств. И, коллеги, всем такой завершающий вопрос, ну, про будущее, да, мы вообще много форсайтного мышления у нас, да, мы все вообще с вами делаем для будущего наших детей, да, для будущего вообще нашей, как бы, нашего мира, нашей страны. Вот если говорить про ближайшие 5-7 лет, как вам кажется, как будет трансформироваться вот непосредственно ваша деятельность, да, то есть какие новые образовательные пространства будут появляться, да, или, может быть, вы уже понимаете, как вы будете создавать. Ну, а главное, как будет трансформироваться именно опыт студента и возможность этот опыт, ну, собственно, ему создать, спроектировать. Угу. Кто готов? Да, позволю перехватить слово, чтобы побежать. Мне кажется, главное изменение, что мы, наконец-то, технологически вырвемся из каких-то оков, которые там... в которых мы жили до этого в плане технологий, тот опыт с Zoom в последние полгода многим подсветил их недостатки, я думаю, подсветит и подтолкнет многих придумать что-то новое. Есть уже решения, которые сочетают Zoom и Miro, и ты там можешь перемещать участников, чтобы тише или громче их слышать, как будто вот ты в реальности. И вот такие решения, которые будут как бы воспроизводить обучение, ну, офлайн или какое-то другое, создавать там VR, AR, какие угодно, они будут больше появляться, потому что люди, ну, условно говоря, люди начнут активно выходить из ограничений, потому что поймут, что это нужно не только там каким-то онлайн-компаниям, но и вообще, в принципе, всем, потому что это удобно. Спасибо большое, Андрей. Вам удачи. Еще раз спасибо большое, что были с нами сегодня. Давайте Максим, Евгения и потом Андрей. Угу, Максим. Вот. Ну, мне кажется, что такой типичный тренд – это как раз, ну, вот стирание границ, да, что мы действительно, ну, как бы будем жить в такой сильно гибридной, там, образовательном пространстве, и как раз за счет этого и будем развивать как раз вот эту вот адаптивность в плане того, что учиться в разных пространствах. И второе, да, то есть это про то, что очень сильно увеличится число вот форматов, да, и нужно будет еще ориентироваться как-то и в них, да, потому что, ну, действительно, этот год показал, да, что технологии могут быть по-разному использованы, да, то есть для обучения, как в хорошем, так и в плохом качестве, и поэтому, ну, очень надеюсь, что будет больше хороших примеров, да, и люди поймут лучше, да, что ну, будущее за вот таким гибридным смешанным обучением. Угу. Спасибо, Евгения. Я хочу посмотреть в сторону персонализации и в сторону даже не того, как мы можем для каждого ученика сделать какой-то персональный трек и вот адаптивное обучение. Мне кажется, что мы это уже более-менее вот уже научились и туда идем. А со стороны ученика больше посмотреть. То есть если мы раньше, ну, как в целом, да, образование, раньше было такое, когда учитель прав, а ученик впитывает информацию, то тренд, как бы, мировой и исторический, он идет в сторону ученика. И мне кажется, все больше мы будем идти в сторону ученика, и дальше уже не компании и люди будут создавать обучение, а сам ученик будет создавать для себя обучение, вот, что бы это ни значило. Я хочу туда, вот в эту эпоху прийти, когда каждый будет осознанно создавать свою траекторию развития. Угу. Андрей? Ну, я продолжу мысль Евгения, она мне очень нравится, в смысле мысли Евгения тоже. Значит, относительно индивидуальной траектории развития, мне тоже кажется, направление именно это. Но индивидуальной траектории развития я бы хотел рассмотреть, как это будет происходить. Да? Вот опять же, если отнестись к играм, то в играх есть очень хорошая такая стандартная вещь, называется инстанс. Что такое инстанс? Это, грубо говоря, запрограммированная такая комната, сцена, в которую ты попадаешь, если соответствуешь определенным параметрам. Например, ты проговорил с каким-то персонажем или достиг какого-то уровня, или у тебя там есть меч плюс 7 к атаке. Короче говоря, какой-то параметр позволяет тебе попасть в этот инстанс. Вот если мы говорим про обучение, то мне кажется, чем дальше, тем больше у нас будут форматы, когда мы на данных, получаемых от цифрового опыта, от, так скажем, цифровизации реального образовательного опыта ученика, будем понимать, под какой образовательный инстанс этому ученику лучше сейчас подходить. То есть какой тип образовательной среды предложить ученику, потому что
А вот потому что мы можем увидеть достаточно прозрачно на данных. То есть если мы говорим про не просто построение индивидуальных траекторий, а построение индивидуальных траекторий в огромных массивах учащихся, а значит автоматизированное, не человеко-машинное, а полностью машинное построение индивидуальных траекторий или хотя бы по мэтчинг вот этих вот инстансов. Мне кажется, это будет идти так. Ну а второй тренд, это знаете как, каждому тренду есть контртренд. Как с демографической ситуацией в Москве. Значит, демографическая ситуация двумя трендами характеризуется. Одни люди приезжают, другие люди уезжают. Значит, то же самое, это я как москвич, который уехал. Значит, то же самое можно сказать про значит, образование. Мы будем говорить, что с одной стороны идет цифровизация, данные и, значит, вот это вот все. А с другой стороны, чем больше данных и цифровизации, чем больше онлайна, тем больше людей от этого тошнит. Тем больше людям хочется обычного живого общения. Тем больше будет вес и VIP стоимость повышаться, да, маленьких, ламповых, теплых, вот таких вот добрых, просто потусоваться с хорошими людьми форматов образования, особенно для детей, особенно в младшем школьном возрасте, в котором онлайн вообще, пардон, не работает. Спасибо большое. Коллеги, вы знаете, я вот последние, наверное, минут 40, с тех пор, как Андрей Мельниченко сказал про драматургию, я вспоминала фильм с Дугласом, помните, «Игра», да, когда там, ну, такое было агентство, которое проектировало определенный опыт, да, ну, там это был такой шоковый опыт, вот, а я думаю о том вообще, как было бы здорово, то есть это про мое будущее, да, в смысле, какое я бы хотела, когда действительно весь образовательный опыт мог бы быть упакован в какое-то совершенно фантастическое кино, в котором ты начинаешь там принимать участие, да, как актер, как игрок, вот, и все навыки, все сложные там, да, формат, я имею в виду, ну, комплексные, о которых тоже Андрей рассказывал, да, все это можно получить, участвуя в таком каком-то фантастическом совершенно экспириенсе, да, в экшене, чувствуя себя вот тем самым героем, да, по пути, ну, путь которого мы тоже сегодня немножко обсудили. Ну что же, спасибо большое зрителям за интересные вопросы. Комментарии от зрителей самые теплые, что зрители нам пишут, что вы подписаны на всех наших экспертов, да, что слушаем их, читаем, в общем-то, ждем новой информации от них. Вот, поэтому, друзья мои, продолжаем вместе путь, вместе развиваемся и ждем новых кейсов, новых решений для того, чтобы двигаться дальше. Спасибо, хорошего вечера, до связи. Пока-пока. Спасибо, всем удачи. Пока. Всего хорошо. До свидания. Да, все, нас вывели из эфира. Все, коллеги, большое спасибо. Мне кажется, было сегодня живо. Угу. Хорошо, спасибо большое за приглашение.